Хансен. В Доктаун проникли вражеские огни. Запомни ты, невидимый! Ви, в береговых трущобах произошла резня. Ее устроил Леон Райндер, бывший солдат Баргеста, прослуживший там много лет. Семьи жертв требуют найти его и наказать по справедливости. Подробности тебе расскажет Бриана Долсон, которая неформально управляет трущобами. Удачной охоты. Опять хансеновские выродки народ кошмарят. Помнишь, как в 75-м? Может, и не так страшно было, но двое мальчишек погибло. Ни извинений, ни компенсаций, ничего мы не дождались. Нет, буду кричать. Хватит их бояться. Нашли, где играть. Имейте совесть, тут люди погибли. Простите, что перебиваю. Я Ви, от мистера Хэнса. Это ты, Бриана? Все верно. Марта, этот парень нам поможет. Мы отойдем в сторонку, хорошо? Да, хорошо. Прости, у нас сейчас все на эмоциях. Для начала я хотела бы узнать, кто ты. Откуда... Что тебе известно о жизни в Доктауне? Я бы не стал терять время. Чем быстрее ты мне расскажешь про убийцу, тем быстрее я начну действовать. Не торопись. Я хочу знать, кто ты. Я вырос на улицах Хейвуда. Было нелегко, но я кое-как справился. Наверное, в Доктауне примерно так же. Только детям не надо все время бегать от копов. Верно. От копов не надо. Теперь моя очередь. Меня зовут Бриана, я сбежала сюда от когтей 6 лет назад. Многие из нас оказались тут, потому что откуда-то бежали и от кого-то скрывались. И поэтому я хочу, чтобы деньги, которые мы собрали, помогли нам добиться правосудия. Настоящего правосудия. И откуда же у вас взялись на это деньги? Каждый из нас дал сколько мог. Нам надоело терпеть. Расскажи, что для вас правосудие. А то я слышал разные определения. Леон Райндер заслуживает смерти. Он бывший подельник Хансена. Убийца. Такое правосудие мне хорошо знакомо. Вот и прекрасно. К твоему сведению, по вине Райндера погиб сын Марты, его друзья и еще 4 человека. Джейсон, Калеб, Деонте, Амар, Фаррелл, Матиас, Алиса и Тамика. Зачем Райндер встречался с Джейсоном? Есть мысли? Я знаю только, что Джейсон должен был связать Райндера с мусорщиками. Неужели? Получается, Джейсон не особо заботился о своей репутации. Молодым тоже надо как-то выживать в Доктауне. Он был не святой, но про принципы не забывал. Марта его таким воспитала. Почему Райндер решил уйти из Баргеста? Не знаю. Но это не сделало его менее жестоким. Он просто зверь. Что его связывало с Хансеном?
Райндер был одним из первых солдат в Баргести. Говорят, он выполнял задания, которые не решались брать другие. Мне казалось, даже Баргест заставляет убийц отвечать за свои поступки. Да, если поймает. Мы донесли до них, что случилось. Но их наши проблемы не волнуют. Джейсон, сын Марты, хотел стать фиксером. Он привел Райндера в трущобы, чтобы заключить сделку. Разговор перетек в ссору. Райндер открыл огонь. Ну и мы до сих пор кровь со стен отмываем. Тела по имплантам опознавали. Ясно. Вот это нашли у Джейсона. Все зашифровано. Но для тебя это, думаю, не проблема. Можешь пройтись, осмотреться. Тут до сих полно следов. Что может быть на этой щепке? Не знаю. Но что бы Джейсон ни делал для Райндера, там должны быть подробности. Я заставлю Райндера ответить за все, что он сделал. Можешь передать это матери Джейсона. Хорошо. Ты понимаешь, что мы пережили, Ви. Не подведи нас. Не подведу. Принеси мне жетон Райндера. Пусть он напоминает другим таким же псам, что мы можем дать им отпор. Я постараюсь. Внимание всем жителям Доктауна. Это Курт Хансен. В Доктаун по моему личному приглашению прибыли важные гости. Не мешайте им. Наша встреча пройдет в черном сапфире. Вход только по приглашению. Если нет приглашения, не лезьте. Если не хотите проблем. На этом все. След от армейских ботинок. Мужик с разбегу запрыгнул на крышу этой хибары и зацепился ногой за край. Тут 3 метра высоты, значит. Он должен был весить за кило, чтобы оставить такие слоновьи следы. То есть или этот Райндер шириной с дверной проем, или у него искусственные сухожилия и столько боевых имплантов, что его можно выпускать вместо танка. Вот это загадка. Такие следы оставляет разве что и калибр от ККП. Эта дура тяжелая, как моя жизнь. Тот, кто рискнет поднять ее без модификации плеч, либо качок, либо дебил. Популярная штука среди солдат Милитеха. Ну и бывших солдат, как Райндер. Следов от других калибров не видно. Значит, стрелял только он. Райндер решил выместить злость на крыльце? Вроде того. Видишь, тут вмятину и кровь. Это он ударил кого-то головой о крыльцо. И не один раз. Ничего себе он озверел. Все указывает на то, что ты ищешь киборга-убийцу, который собой не владеет. Что-то вроде того. Черт, все въелось, не отмывается. Сейчас попрошу принести химию посильнее. Ты чё? Я так и знала. Ты долго меня выслеживал?
есть работа, Ви. Мне нужно, чтобы ты присмотрел за журналисткой Бри Уитни, которая сбежала в Доктаун. Сбежала? То есть мне надо ее где-то спрятать? Нет. Бри ведет расследование. Ты поможешь ей добраться до правды. Она изволила сказать только, что за ней следят агенты корпорации. Видимо, мы пока не заслужили ее доверия. Ладно. Тогда где мне искать эту загадочную женщину? Сначала надо посетить ее квартиру на западе Скайлайн. Там лежит электронная карта доступа. И, пожалуйста, не спрашивай, что она открывает. Я не знаю. Напиши, когда разберешься с этим. Я дам тебе новые указания. Не меня!
Я могу кое-что нарыть, принести того сего, чтобы вы поближе к звездам оказаться. Кака. А ну куда? Как я без тебя Значит, тут Райндер заключил сделки в заброшенном отеле, который заняли торговцы органами. Даже интересно, где мы его найдем. На первом этаже или на всех по кусочку.
уходит! Биомониторы. Мусорщики ломают их, чтобы заглушать сигнал аналогичных моделей, как с биомоном Сандры Дорсет. Вон тот вырезали из Райндера, видишь? Так-так.
сюда! Да не высовывайтесь, придурки! Тут висит бронежилет Баргеста, и написано «Райндер», и еще есть цены на руках и ногах. Его по частям распродали? Без понятия. Зато теперь мы знаем, сколько он стоил. Ценный кадр. Ха-ха. Надо найти его. Или его жетон, или что там от него осталось. Ну и жесткач. Это не он.
Ви, тут что-то не так. Что такое? Зашибу нахер! Так, так, тихо, давай все обсудим. Ты же не станешь стрелять в безоружного? Ну, скажи что-нибудь. Райндер, я думал, ты будешь более хромированным. Да, это то, что от меня осталось. Тебе, наверное, меня заказали. Кто это был, Хансен? Люди из трущоб, которые хотят отомстить за погибших. Чего? Погоди, я был в трущобах, и меня пытались кинуть, но я никого не убивал. У меня эти провалы в памяти. Проблемы со здоровьем, короче. Ты, вон, больше меня знаешь? Ты раньше работал на Хансена. Он тебя кинул? А ты не видишь? Они все меня кинули. И он, и мои чумбы. 8 лет на них просрал! 8? Значит, в Баргист он пришел лет в 20, знал, что делает. Нахера он себе понаставил тогда имплантов? Думал, что уж его-то пронесет. Я смотрю, мусорщики тебя здорово покромсали. Как так вышло? Наверное, я их сам попросил? Продал им импланты. Они хоть и конченые отморозки, но слово держат.
Может, ты еще скажешь, что амбал, который на меня бросился, это Риппер? Нет, это доказательство, что за охрану им платить не стоит. Ты убил малолетнего фиксера и еще 7 человек. За что? Я болею. Я хотел загнать кому-нибудь свой хром и собрать денег на лечение. Джейсон должен был связать меня с местными мусорщиками. Раз ты здесь, значит, он сдержал свое слово. Этот щенок решил, что меня можно развести. Начал махать стволом, как дикарь, палкой. А что было потом, я не помню. Неужели ни один Риппер в Доктауне не смог поставить диагноз и помочь? Если бы смог, я бы не лежал тут, как потрошенное вобла. Думаешь, я ради прикола решил поменять импланты 3-го поколения на этот хлам? Ты годами убивал врагов Хансена по его приказу. Это в твоей памяти тоже не сохранилось? Ну и что мне теперь сделать? Извиниться за все, что помню и чего не помню? Раскаяться во всех грехах? Окей. Я раскаиваюсь. Мне надо было раньше сбежать от Хансена. Я совсем пацаном был, просто выполнял приказы. Что бы я там ни сделал, мне жаль. Ты просто не представляешь, что такое Доктаун. Еще одна покалеченная жизнь. В боевой зоне таких, как он, наверное, дохера и больше. Проще всего свалить всю вину на Хансена. Но это будет несправедливо. Ты чего-то ждешь? Хорошо. И чего же я не знаю про Доктаун? Паршивые мусорщики оказались честнее, чем твой Джейсон. И в Доктауне такие на каждом шагу. На их фоне даже Баргест меркнет. Ты видел эти контейнеры? Они реально живут как дикари, и только попробуй заикнуться, что хочешь вырваться. Тебя с говном съедят! Я посмотрел. Дыры в стенах были только от пуль из армейского оружия. Такое есть только у тебя. Ты ударил Джейсона головой о землю больше 10 раз. Остальных просто раскидал. Кровь была повсюду. Да нет. Не может быть. Я бы помнил. Я ему верю. С провалами в памяти сложно что-то помнить. Если у чувака с тяжелыми имплантами замыкает мозг, резня тебе обеспечена. Если у него киберпсихоз, то еще не все потеряно. Я бы позвонил Реджине. Ви, куча народа шла в армию, чтобы по-быстрому заработать, и я в том числе. Но чтобы после 8 службы вдруг раскаяться, не бывает такого. Мне его завалить? Ты это предлагаешь? Кармическое возмездие такая штука. Или ты будешь жалеть каждого выродка, который заговорит с тобой грустным голосом? Райндер. Провалы в памяти и приступы ярости – это признаки того, что у тебя начался киберпсихоз. Киберп? Это потому, что я послал на хуй трущобного недоноска, который хотел меня наебать. Серьезно? Посмотри на это. Мне больше нечего терять. Меня кинули все, кто мог, никого не осталось. Я был солдатом, а теперь кто я? У тебя было время выйти из игры до того, как ты заболел. Мне было 20. Я верил в Хансена, и нас таких было полно. Почему у тебя претензии только ко мне? Кого ебет, что я убил каких-то абсосов из трущоб? Пусть идут нахуй со своим Доктауном. Я бы его вообще спалил к ебене матери, чтоб никого не осталось. Мне сказали тебя убить, но выяснилось, что ты только этого и хочешь. Иди нахер. Тихо, тихо. Сейчас я уйду и ори себе тут до посинения. Иди нахер. Смотри, есть 2 варианта. Первый, ты отдаешь мне свой жетон, и я сваливаю. Хочешь знать, какой второй? Нет. Даже если мусорщики тебя не дорежут, в Найт-Сити ты не выживешь. Удачи. Тебе привет от жителей трущоб.
Охуеть, воспитание. Привет, Доктор. Это Курт Хансен. Итак, скоро исполнится 7 лет с того дня, когда мы начали строить здесь свой дом. Нас пытались выгнать отсюда. Силой, шантажом, уговорами. Но мы выстояли. И это хороший повод вспомнить, как все начиналось. Когда мы брали город, я получил 3 приказа. Первый — занять полуостров к югу от Тебе чего надо? Мы его заняли. Второй — занять позиции и удерживать их. Мы их удержали. Третий приказ был отступить. К черту позиции. Больше приказов не было. Знаете почему? Посмотрите на нас. Остается. Джоуи был механик из Атланты. 2 детей. Эмили — инженер с золотым сердцем. Карл — военный врач, кровожадный подонок. Но даже его мы любили. Я не скажу вам их звания. Я предпочитаю помнить их имена. Этих имен много уже накопилось. Мы справились. Мы выполнили все приказы. А потом командование решило смыть нас в этот самый водосток. «Вы ушли», — сказали мне. «Вас там не было». И я понял, что больше не могу лгать. У нас тут нет раннер! Противник атакует! Они его заслужили. Пускай наши солдаты на небесах знают, что Доктаун еще живет. Пускай знают, что мы еще здесь. И никто никогда нас отсюда не выгонит.
Сокращаю дистанцию. Ну как, Райндер мертв? Ты сделал, как мы просили? Райндер прятался в Пасифике. Теперь он мертв. Наконец-то убийца получил по заслугам. Спасибо тебе. Те, кто живет здесь, этого не забудут. Рад, что смог помочь. Вы подскажи, цель ликвидирована? Я разобралась. В таком случае заказ закрыт. Спасите, они меня убьют.
Внимание! Говорит Курт Хансен. Представители мусорщиков приедут с деловым визитом во вторник. На случай, если наши балканские друзья будут не в духе, все должны разойтись по домам до 6. Жалюзи опустить, камеры выключить. На этом все. Есть работа. Со мной связались два агента бразильской разведки. Им нужно найти пропавшего человека. Как всегда, есть нюанс. Похоже, родители не знают, чем заняты их дети. Что это значит? Заказчики не сообщили о своих действиях начальству в бразильской разведке. Почему? Ты переоцениваешь мою осведомленность, Ви. Попробуй найти ответ сам. Удачи. Приветствую. Я Стивен Сантос из бразильского агентства разведки. Да. Мы отследили эти процессоры. Да. Меня зовут Ведем Ви. Переговоры. Я сам по себе. Неужели? Минуту, мы тебя просканируем. Даже интересно, что вы откопаете. Не двигайся. В Хейвуде у всех такой послужный список. Кражи, грабежи, нападения, как на подбор. Неудивительно, что наш заказ выдали тебе. У вас же есть доступ к разным базам данных. Что вы мне самое скучное рассказываете? Мы и так знаем, кто ты. Половина Найт-Сити знает. Это называется репутация. Берем его. Она? Сигнал может пропасть в любую минуту. У нас нет времени на придирки. Посмотри на экран, Ви. Значит, ты руководишь операцией. Расскажешь, наконец, в чем моя задача? Не любишь сидеть смирно? Хорошо, мы тоже. Это Марк Бана. 37 лет. Из них 12. В агентстве. Рост 1,83 м. Крепкое телосложение. Прошел боевую подготовку. 6 месяцев назад Бана пропал без вести в Доктауне. Прежде чем исчезнуть, он отправил голосовое сообщение. Послушай. Я ранен.
Блять. Меня ищут. Ох, пришлите людей, пожалуйста. Его биомонитор ожил несколько дней назад. Он все время перемещается, но в пределах Доктауна. Вопросы? Судя по этой записи, Бану нет смысла искать, тем более сейчас. Он не мог выжить. А если мог? Мы должны проверить этот сигнал. Кроме нас, это не сделает никто. У вас большая организация, агентов хватает. Сомневаюсь, что вам нужна моя помощь. Все так, но у нас связаны руки. Если отправить агентов, это вызовет международный скандал. Вы решили действовать без согласования с агентством. Как так получилось? Ну, конечно, Хэнс навел справки. Хитрец. Он профессионал. Да, мы здесь неофициально. Хочешь узнать, почему? Когда Бана исчез, агентство объявило его погибшим. Тело так и не нашли. Когда включился его биомон, в агентстве сказали: «Это не доказательство, по нашим расчетам. Вероятность выживания не превышает 4%. В жопу их расчеты. Можешь считать меня наивной или упертой, но я Марка не брошу». Почему вы так беспокоитесь о Бане? Мы обязаны ему своей карьерой. Это он привел нас в агентство. Ну и иногда просто невозможно игнорировать несправедливость. Для тебя важны только два момента. Во-первых, Бана — наш друг. Во-вторых, тебе надо отследить сигнал. Это ясно? С последствиями мы разберемся сами. Какие-нибудь еще сюрпризы будут? К сожалению, да. Сейчас сигнал идет из Органитопии, старого музея естественной истории в Терракогнито. Проблема в том, что его отследила еще и толпа мусорщиков. И это еще не все. Ими командует Борис Рыбаков, бывший спецназовец. На его счету столько жертв, что хватит на целое кладбище. Как мусорщики отследили сигнал? Понятия не имеем. Подытожим, мусорщики, бывший спецназовец и биомонитор, который молчал полгода. Нам это тоже не нравится. Мне надо узнать больше об этом Рыбакове, чтобы говорить с ним на одном языке. Он опытный стрелок. 167 подтвержденных убийств. У него установлены глазные импланты, синхронизированные с системой наведения оружия. Ускорители реакции, адреналиновые помпы. Сюда же можно добавить экспериментальную советскую технологию взлома глазных имплантов противника. Ладно, все ясно. Пора за работу. Сейчас пришлю координаты. Анна позвонит, когда источник сигнала будет близко. Пожалуйста, найди Бану. Или хотя бы его чертов биомонитор. Постараюсь. Люди должны знать. Береги себя, особенно ночью.
Ах ты, говно! Обойдите его с фланга. Не спите, стреляйте. Дальше, пока он не упадет. Он что-то делает. О, пошла жара. Что, есть новости? Очень странно. Последнее предупреждение, я не шучу.
наконец-то. Я боялся, что никто не придет. Бана, это ты? Ты живой? Погоди. Меня ранили, и тут везде мусорщики. Сначала надо с ними что-то сделать. Ясно. Где ты? Иди в главный зал музея. Дальше я скажу. Айр. Каястер. Айя. Дверь надо было просканить. Идиота кусок. Где Рыбакова носит? Давно его не видел. Он вроде вперед пошел. Мухлюешь, значит? Ну давай, выходи, цикло! Духа подняли!
Теперь найди главный зал, пройди его насквозь и поднимись по лестнице. Я наверху. Только учти, меня ищет спецназовец по фамилии Рыбаков. Будь начеку. Нейтрализую угрозу.
Хорошо. Рыбаков нам больше не помешает. Жду тебя наверху. Ви, это Анна. Биомонбаны где-то рядом. Яча! Кажется, ваш друг здесь. Живой. Что? Ладно, тогда оставляю канал открытым.
не стреляй. Дай мне объяснить. Лучше объясни, почему ты говоришь голосом Баны. У меня имплант, меняющий голос. Я боялась, что ты меня не найдешь. Катя Карелина, бывшая разведчица Савойла. Мне нужна помощь твоего агентства. Ты на связи со своими. Они тебя слышат. Говори, где Бана. Это уже не важно. Бана мертв. Допустим. Теперь давай поподробней. Выслушай меня. Я больше не работаю на Савойл. Они меня выслеживают. Савойл меня в покое не оставит. Ты не ответила на вопрос. Ви, я пробила ее по базам. Она специалист по сбору данных. Дознавательница. Ты тоже агент, да еще и дознавательница. Думаю, Бане пришлось с тобой познакомиться. Ладно. Мы поймали Бану в Доктауне. Поначалу мы не знали, на кого он работает. Это выяснилось при допросе. Я следила, чтобы он оставался жив. Но в самом конце ничего не смогла сделать. Она лжет. Ви, новая цель. Прикончи эту суку и забери биомонитор. Конец связи. Она... Что сказали твои коллеги? Бразильцам ты не нужна. Угадай, какая роль досталась мне. Помнишь ли, что я говорила? У меня есть ценные данные для вас с коллегами. Давай поступим как профессионалы. Они мне не коллеги. Это друзья Баны, которым надо, чтобы я спас его или нашел его биомон. Нет, стой! Ты же наемник? Я просто делала, что мне сказали, как и ты. У меня есть предложение. Только выслушай меня. Говори. Быстро. Биомонитор Баны у меня. Будет правильно отдать его тебе. Плюс в Доктауне у меня есть тайник. Я скину тебе его координаты. И в чем подвох? Никакого подвоха, просто отпусти меня. Какая тебе разница, что стало с этим Баной? Ладно, кидай координаты. Отправляю. Теперь лучше дельтуй. Ага, спасибо.
Я не хочу умирать. Внимание всем жителям. Это Курт Хансен. В Доктаун проникли вражеские агенты. Шпионы и пропагандисты НСШ уже среди вас. Смотрите в руку. Увидите что-то подозрительное. Сообщайте. Представляешь, кого я сегодня встретила? В трущобах. Ну что, Ви, дело сделано. Как я понял, не обошлось без неожиданных поворотов. Это точно. Признаюсь, я восхищен твоим благоразумием. Слушать надо разум, а не сердце. Твои деньги отправлены. Задание выполнено. Préparez cartouche au coffre. Baba caca. Сейчас тебя разорвем. Тяжелая артиллерия. Пойдем его с фланга. Все в сторону. Граната. О боже, псих. Когда же ты сдохнешь-то? У нас потери. Тяжелая артиллерия. Нам всем пизд. Ah!
осторожно! Тут кто-то шарится! Меня попали! Так нечестно! Ты вчера был из Апаргеста! Сегодня я буду...
живешь сегодня? Может быть. Уже раз в этом месяце. Мне, наверное, пушка нужна. Одна пушка не поможет. Надо вести себя, как будто ты тут главный. О, привет. Я все думал, придешь ты или нет. Я думал, стоит ли. Ты же вроде как в бегах, а у корпорации длинные руки и хорошая память. Я бы даже не дожил до этого дня, если бы ты оставил меня у мусорщиков или сбагрил своему фиксеру. Итак, я слушаю. Зачем ты меня сюда притащил? Хотел отблагодарить. Ты мне жизнь спасла, но я, возможно, не всю правду тебе рассказал. То есть ты меня обманул? Ну, да. Поэтому я хотел бы как-то рассчитаться. Вот, возьми. Первый раз вижу такую модель. Так это потому, что моя работа. Может, ты подумал, что я тебе во всем наврал, но я правда инженер. Я сходил на стадион, показал, что умею, и нашел несколько инвесторов. Это первое, что я собрал. Бери, не стесняйся. Спасибо, Хасан. Это тебе спасибо. Ну, теперь мы в расчете. Мечтай больше. Я сам себе. Поддержите малый генератор, бизнес. Генератор, фильтр, снижатель, все. Только лучшие уроны. Эйлера приняли в парке за что-нибудь. На него радости, полные штаны.
что с тобой? Пойдем. Ничего, все в порядке. Сядь. Чем тебе помочь? Забей. Я уже почти привык. Это из-за биочипа? Да. Все нормально. И с каждым днем все хуже. Жить мне осталось не очень долго. И часто у тебя бывают такие приступы? Сложно сказать, но никогда не знаешь, какой из них станет последним. Тяжко тебе. Да не то слово. Смерть все время дышит в затылок. Мне знакомо это ощущение. Готовность умереть в любой момент. Именно так. Я никому об этом не рассказывал, но... Помнишь, я говорил, что меня пытались убить? Иногда мне кажется, что все-таки убили. Можешь пояснить? 7 лет назад на меня совершили покушение. Да, ты говорил. Расскажешь, что случилось? Я лежал в палате для особо тяжелых и ждал, когда киллер Арасаки придет меня добить. Меня сдали свои же. Фру. Я говорю, сдали, хотя на самом деле меня продали. Сдали врагу в знак перемирия. Я стал разменной монетой. Война не кончается сама по себе. У мирной жизни есть цена, кто-то должен ее платить. Пойдем, я тебе кое-что покажу. Понимаю. Ты как капитан корабля, который в ответе за свою команду. И сейчас этот корабль тонет. Я должен вытащить с него Соми, даже если пойду ко дну сам. Идем. Спустимся на лифте. Куда мы идем? На прогулку в прошлое. Посмотрим на кое-какую рухлядь. Никак не могу поверить, что Алекс додумалась открыть бар прямо над нашей старой явкой. Всегда считал ее чувство юмора специфическим. А где она сама? Ждет внизу. Заканчивает собирать данные в городе. Мы можем немного отдохнуть, пока она не вернется. 7 лет назад мы выключили тут свет. Пора зажечь его снова. Конец войны — это всегда смутное время. Все торопится подчистить хвосты. Одного из моих людей взорвали в машине. Другого отравили. Третий получил пулю в затылок, когда покупал сигареты. Еще кое-кто просто исчез. Каждый вечер мы ждали, что сюда вломятся агенты Арасаки. Мне надо было принимать решение.
решил, что мы остаемся. Я верил, что мы еще сможем выиграть. Не знаю, чем это оправдать, смелостью или глупостью. Не исключено, что я не готов был сдаться. Или я просто не умею проигрывать. Так или иначе, нам удалось спасти часть агентов. Правда, ценой моей жизни. Какая печальная история. Я сам ее написал. Играешь во взрослые игры. Будь добр отвечать за последствия, как взрослый. Забавно, что из всех кандидатов именно Сойки сказали меня убрать. Стой. А. Убрать? В смысле, она реально пыталась пристрелить тебя? Не сама. Она, скажем так, открыла дверь тем, кто был готов ей помочь. Я уезжал из города, а Сойка еще оставалась. Как раз в этой самой комнате. Она вела меня по связи, прямо в ловушку. Это было ее последнее задание в Найт-Сити. После него ей разрешили вернуться домой. Рид, так ты хочешь помочь ей или отомстить? Мстить у меня нет никакого желания. У меня была масса времени, чтобы обо всем подумать. Приближение что-то проясняется, что-то расплывается. В итоге ты понимаешь, что для тебя по-настоящему важно, а что и говна не стоит. Сойка из моего круга, и этого не изменит ничто. Блин, Рид... Если у меня к кому-то и есть вопросы, так это к Майерс. Против Сойки я ничего не имею. А что с Майерс? Что я пропустила? Экскурс в прошлое. Если все готовы, давайте начинать. Я проверил то, что сказал фигурист. Оказалось, что он сказал все правильно. Я просмотрел отчеты по операциям, в которых участвовала Соми. Они были в таких архивах, что даже с моим уровнем доступа было сложно их получить. Все ее задания касались черного заслона. Все приказы и назначения подписывал один и тот же человек. Розалинд Майерс. Представляю, каково ей будет, если это выплывет на поверхность. НСШ – это маленькая страна, которой управляет женщина с большими амбициями. Иногда ради них она забывает о благоразумии. У нас нет времени обсуждать ее проблемы. Алекс, ты что-нибудь узнала? О, не торопись, Рид. Сейчас все распланируем. Скажи, Ви, ты любишь красиво одеваться? Нет, я больше люблю, когда ничего не давит. Ух, сочувствую. Придется немного потерпеть.
Я узнала, что вечеринку почтит своим выступлением некая поп-звезда. Туда приглашены все, кто хоть что-то из себя представляет. И вы в том числе. Приоденетесь и пойдете тереться между випами. Сразу предупреждаю, это только звучит просто. Готов слушать мой план? Давай, выкладывай. Черный сапфир – самое охраняемое место во всем Доктауне. Но это не значит, что туда нельзя попасть. Ви, ты проберешься внутрь по затопленным туннелям. У меня есть хороший костюм для дайвинга, как раз на тебя. Вода чуток ядовитая, так что постарайся его не порвать. А что в воде? Промышленные отходы и всякая херня из канализации. Но ты не бойся, костюм дерьмоустойчивый. Как выглядит отель, ты уже знаешь. Его довольно тяжело проглядеть. Вот здесь затопленные туннели. Они ведут в здание. Теперь внимание. Тебе нужно найти терминал, подключиться к нему и взломать камеры, чтобы Рид прошел внутрь незамеченным. Вы подниметесь на разных лифтах. Вот они. Рид откроет тебе путь на свою сторону. По-другому там не пройдешь. Скорее всего, охраны будет много, поэтому ходите на цыпочках. Точной информации мне не дали, так что вам придется импровизировать. Вы должны встретиться здесь. Сразу же после этого наряжаетесь, как на выпускной, и вперед. Там вас должна будет найти Сойка. Все ясно? Ага. Супер. Теперь про оснащение. Не торопись. Бери все, что в теории может пригодиться. Еще возьми подарок из коробки. Твоя пушка? Ага. Ее Величество давно мечтало вернуться на службу. Спасибо за доверие. У меня вопрос насчет Хэнса. Что он запросил у тебя в обмен на свою помощь? Он хочет посмотреть, как распределяются политические потоки. Абсолютная власть Хансена в Доктауне ему невыгодна, поэтому он пытается уравнять силы. Политика. Куда ни пойдешь, везде одно и то же. Знаешь, если бы не ты, у нас бы не было подхода ни к черному сапфиру, ни к Сойке. Хорошо, что ты на нашей стороне, Ви. Так что мы готовы. Думаю, что да. Я еще посижу тут. Встретимся на месте. Тут на каждом шагу воспоминания. Запылились, конечно, но сохранились неплохо. А что мы сделаем с этим домом, когда я перееду в Монако? Может, хочешь тут закрыться и копаться в старых железках, пока не посинеешь? Мы сожжем это место дотла, Алис. И больше сюда не вернемся. Отличный вариант.
Как дела, Мисти? Держишься? Да, вроде. Это не просто научиться жить без него. А у тебя как? В смысле, у вас? Странное дело, но мы вроде начали друг к другу привыкать. Я чувствовала, что так и будет. Ты ведь со всеми умеешь поладить. Как у тебя дела с мамой Уэллс? Очень хорошо. Может, даже слишком. Это как? Когда мы попрощались с Джеки, она пригласила меня на обед. Мы долго говорили. И теперь она мне названивает каждый день. Спрашивает, как дела, рассказывает про себя, про Джеки, про все на свете. Часами. На днях жаркое прислала. Я приколист и худая слишком. А ведь я ей говорила, что мясо не ем. Ей теперь некуда деть материнскую любовь, а тут я подвернулась. Да. Понимаю, не очень это весело. Может, пройдет со временем. Да уж надеюсь. Она хороший человек, но просто... Думаю, миссис Уэллс пытается отвлечься от мысли о смерти сына. Придумала себе приемную дочь. Именно. Видела тут типа, который себя называет учителем дзена? Нет, но я о нем слышала. Он дал тебе брейн-дансы с медитацией? Да, а потом исчез. Только одежда осталась. И это тебя беспокоит? Он говорил так, будто знает про Джонни. Ничего напрямую, но все-таки... Может, ты просто проникся его учением? Да, может быть. Если еще встретишь его, направь его ко мне. Тоже хочешь помедитировать? Нет, хочу раскинуть ему колоду. Мисти, я тут нашел еще настенные рисунки, но они немного отличаются. Правда, не могу понять, чем именно. Можешь описать, как они выглядели? Человек на рисунке сидел и держал в руках какую-то непонятную штуку, типа молота или жезла. Король жезлов. Скорее всего,
ты встретил человека с сильными лидерскими качествами, которые руководствуются принципами во всем. Это хорошо или плохо? Как всегда, зависит от тебя. Король Жезлов намекает на новые возможности, на отказ от старых взглядов и привычек, но он предупреждает и об опасности, о жестоких поступках и поспешных решениях, о том, что ради некой великой цели может понадобиться чья-то жертва. Я видел чувака с двумя мечами. Значит, тебе встретился король мечей. Одна из моих любимых карт. Она значит что-то хорошее? Король мечей трезво смотрит на вещи и всегда взывает к здравому смыслу. Но в вихре сильных эмоций может потеряться даже глаз разума. Он говорит горькую правду. Его слова могут ранить так, что некоторые предпочтут заткнуть уши и поверить в ложь. Ух, спасибо за толкование, Мисти. Очень познавательно. Не знаю, правда, какие выводы мне надо из них сделать. Думаю, ты сейчас окружен сильными личностями, враждующими, я бы сказала. Они все хотят повлиять на тебя, но, возможно, не все это осознают. Да, я в курсе. Отнесись к этому серьезно. Тебе открылись новые горизонты, новые пути, которые приведут тебя или к спасению, или к гибели. Выбор по-прежнему за тобой. Только тебе решать, какой будет твоя жизнь. И что мне делать? Какой путь выбрать? Тот, где ты останешься собой, Ви, сердце подскажет. Я чувствую, что скоро твоя жизнь изменится. Дождись этого момента. Ты чего? Кто-то понравился? Нет, здесь просто моя знакомая работала. Да ну, из каких?
давно было. Так что с ней стало? Умерла? Круз слишком быстрый. Да? Mm-hmm.